Смертельное лобовое столкновение произошло сегодня утром на объездной дороге Красноярска в районе Путинского моста в направлении Канском. По предварительной информации, водитель автомобиля «Нексия» пытался обогнать попутную машину на участке дороги, где это запрещено. Выехав на встречку, легковушка столкнулась с грузовиком. От удара иномарку сильно смяло, а водитель от полученных травм погиб на месте. В результате ДТП на дороге образовалась пробка.